Как зовут-то тебя? Журавлев Арсений Иванович. Ну что ты так официально? Мы же не на собрании. Меня вот Лобач зовут. Это Сыч. Это Маха. А ты, я так понимаю, тут лесник местный. Лесник. Интересно. Сам откуда будешь, из каких краев? Из Саратова. 15 лет назад приехал. Я почему-то так и подумал. Что же ты, лесник, безоружным пришел? Как видишь. Угу. Не понимаю я тебя. Тут народ нервный. Эти двое при каждом шорохе за топоры хватаются. Ты смерти ищешь, да? Вы лес рубите. Деревья жалко. Деревья ему жалко. Лес, говоришь, тебе жалко? Скажи, Журавлев, а у тебя баба есть? Жена. Жена. А ребятишки? Ждем. Ждете. Это хорошо, что вы их ждете. А у меня их четверо, Журавлев. И кормить всех надо. Жены нет. Ушла. По-другому. Ты вот лес любишь, Журавлев. А я детей своих люблю. А у Сыча он вообще, мать, второй год в лёжку лежит. Ты думаешь, он лес не любит? Или я, Журавлев, лес не люблю, а? Тихо, тихо, Маха. Понимаешь, лесник, их вот никому не жаль. Тебе лес жаль, а их никому. Никому они не нужны. Они как щенки брошенные, по лесу вынуждены мотаться, понимаешь? Брошенные, холодные, голодные, грязные, никому не нужные. Нужны мы были родине, и она нам была нужна. Мы с Махой в Красной Армии воевали. Да что там говорить, я против немца в окопе сидел, шапками снаряды ловил, понимаешь? Но мне жалости не надо. Я хочу, чтобы меня никто не трогал, понимаешь? Ты думаешь, здесь нечисть какая-то косматая? По лесу шастает. Нет, мы такими же, как и ты, были, понимаешь? Мы бы и рады вернуться к прежней жизни. Да нет уже у нас обратной дороги, только в лагерь отсюда. Ты бы был рад, Сыч, вернуться. А ты, Мах, вот видишь, но... Что-то полкан не ест ничего. Полкан? Да. Сыч третьего дня псину в лесу подобрал, полканом клич. Тузик? Это девочка из деревни собака. В лес убежал. Тузик. Тузик, это полкан. Это моя собака.
Это моя, собака. Да. Балда ты. Сыч, прав, балда. Вот что я скажу тебе, Арсений Иванович. Забирай ты эту псину, отнеси ее в деревню и сам возвращайся. О нашей встрече не говори никому. Скажи, мол, кто лес рубил, ушли. Мы и правда уйдем. Уйдем через 2 дня за речку. В артель. Никогда ты нас больше не увидишь. Слово даю тебе. Что скажешь? 2 дня.